Ученик 5 класса Руслан Козлов говорит, о Юрии Гагарине узнал из рассказов бабушки и дедушки, которые трудились в космической отрасли. Мой дед Козлов Виктор Павлович, он работал всю жизнь с моей бабушкой на заводе «Прогресс» инженером. Он несколько раз ездил на запуске ракет в Плесецк и Байконур. Также мой двоюродный дед тоже до сих пор работает на «Прогрессе». В самарских школах прошел классный час «Обнимая небо». В режиме онлайн муниципальный духовой оркестр сыграл для детей известные песни, посвященные теме космоса. Прозвучали и тематические рассказы. Это и дикторство, это и просмотр музыкальных произведений, которые исполняются с этой тематикой. Они в синтезе они дают очень хороший эффект, поэтому многие дети уже знают эти песни. Мы, наше поколение, мы вообще знали все песни эти наизусть, и они всегда вызывали у нас трепетные отношения. Юрий Гагарин прожил всего 34 года, но о его подвиге помнят до сих пор. Третьеклассник Дима Журавлев также мечтает стать космонавтом. Космос – это то безграничное пространство, которое окружает нашу планету, где такие же просто миллиарды планет, галактик. Для меня будет полететь вот в космос – это большая честь. Я бы очень хотела полететь в космос, увидеть нашу планету со стороны. По словам педагогов, такие уроки воспитывают в школьниках гордость за своих соотечественников и страну. Виктория Шарая, Петр Паламеев. События.